Как признали спортсменки, самбо они занимаются с 10 лет. И, по словам девушек, к этому виду спорта, что называется, душа потянулась. Своими впечатлениями Дарья и Дина поделились с нашей съемочной группой. Сам уровень этих соревнований, обстановка на этих соревнованиях совсем другая, чем были ранее. Хочется вернуться и еще раз в финал, еще раз побороться с ним. Напомним, соревнования прошли в румынском городе Плоеште. Они объединили свыше 370 спортсменов из 30 стран мира. России, Армении, Румынии, Марокко, Кореи, Франции, Германии, Канады и других. Мы поздравляем наших спортсменок с достойной победой. Ура!